Участники клуба «Армир» закончили работу над строительством катера. С начала февраля подростки под руководством опытных наставников собирали судно по видеоурокам, изучали азы корабельного дела и электроники. Испытания прошли в пойме реки Сатис. Ребята проверяли крепость судна, исправность мотора и возможность маневренности. Выяснили, что у нас не все в порядке с электрикой, потому что электрики там много, там стоят контроллеры, предохранители, там стоит зарядное устройство, опять же, связанная с солнечными батареями, которые потом питают наш аккумулятор. Работа над проектом была для ребят увлекательной и полезной для практической жизни. Участники приобрели опыт командного сотрудничества, развили трудовые навыки и инженерные компетенции. Навыки, которые мы получаем в проекте «Солнечная регата», очень сильно развивают любого человека, который подписался на данный проект. Это привлечение молодежи к активному участию, да, то есть это ремесленная часть, когда молодые, ну, школьники в данном случае в мастерских, то есть создают вместе со своими руководителями что-то новое, интересное и довольно высокотехнологичное. Теперь участников клуба «Армир» ждут соревнования в Нижнем Новгороде с командами из других регионов. Победитель получит право участия во всероссийских и международных конкурсах. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей «Саров-24».